либо черными конусообразными буями. Почему белые и черные? Это одно и то же. Все очень просто. Значит, это с учетом освещенности выбирается, какой буй необходимо поставить. Если, как правило, берег темный, то ставится белый буй, чтобы он был хорошо отличим. А если мы идем с вами, например, по водохранилищу, любому, скажем, по Рыбинскому, да, то там мы увидим, что белых буев не будет, они бы сливались с самим водохранилищем, там установлены черные. Поэтому просто вот запомните, что правый берег – это красный буй кромочный, а левый берег – либо белый, как правило, либо черный. И вы всегда сможете понять, в какую сторону течет любая из рек. Ну, в судоходах, конечно. Свой индивидуальный номер, и поэтому, если судоводитель тоже как-то немножко потерялся, где он находится, то можно открыть специальный судоводительский атлас, посмотреть, какой мы сейчас путь проходим, в атласе его найти и сориентироваться на местности. Ну, в черте Москвы мы с вами, конечно, не потеряемся, все будет хорошо. Курьяновский, 4-й. Да, вот они.